тебя за творческую личность. И не забудь отстегнуть мне 10% со всего, что напишешь. Это тёлка? Она самая. Я с радостью представляю вам гостя, посетившего наш дом, Ноэль Пинеро. Где ты? Где ты, сладкий? Ах, вот ты где. Посмотрите на это славное, знаменитое лицо. Начнем шоу, детка. Я первая девушка на Луне. Смотри, как я парю. Я пожарница. Трахни меня. Полюбуйся мной. Я показываю моду. С твоими связями и моей внешностью возможно все. Джейк сказал, что ты знаменитость. Чем ты прославился, пупсик? Скажи, Куки. Скажи, Куки. Постой. Ты хочешь, чтобы я написал для тебя пьесу? Да. Тебе нравится это, пупсик? Я хочу что-нибудь веселое, душевное и сексуальное. Да, мне нравится. Мне это нравится. Знаешь, творчество — это половина вдохновения, половина занюховения. Что? Смотри. Писатель с моим статусом может работать с актрисой твоего уровня только под конкретный договор. Тусабе? Саки Сакура? Какая у тебя группа крови? Группа крови? Ты что, вампир, пупсик? Да. Какой противный. Нанюхался эти деньги. Пускаешь на ветер деньги, пупсик. Я тоже хочу. Слушай, лучше уходи. Ноэль, пока. Пока что. Ты меня сюда пригласила, черт. Ты даже имя мое правильно не помнишь, а уже подводишь черту. Знаешь, что я должен сделать? Знаешь? Да, давай. Ударь меня. Ударь. Давай, детка. Я знаю, что ты хочешь этого. Потому что считаешь себя крутым мужиком. Но посмотрим правде в лицо, пупсик. Ты неудачник. И этот день может дать тебе лишь одно. Удовлетворение от физического насилия над женщиной. Слушай меня, женщина. Знаешь, что я сделаю? Знаешь, что ты сделаешь для меня? Знаешь? Я заберу твою печень. Да. Я приду к тебе, когда ты будешь спать, и вырежу твою сраную печень. Вот о чем я напишу. Вот о чем я напишу. Я заберу твою печень. Да, я заберу твою печень. Убирайся отсюда. Убирайся. Пока я не вызвала полицию, чокнутый маньяк. Они примчатся так быстро, что ты не успеешь спуститься вниз. Давай, посмотрим. Кто крутой мужик? Иди сюда, сукин сын. Я порежу тебя, ублюдок. Гениально.